Всем приятной жизни! Это психиатр, и мы продолжаем играть в Fallout Shelter. Так, и тут, как вы видите, у нас 7-й день настал. Один день я не записывал, тем не менее играл. Вот. Я отправил, вернул эту тёлку назад. Она тут собрала нам кучу предметов. Так, собрать. Ух ты! Настоящее лазерное ружье. Ой, настроенное. 12-14. Слушайте, круто. Так, нормально. Я тут детей немного поделал. Вот, а так ничего особенного. Ну так, совсем чуть-чуть. 4, по-моему, я сделал. О, открыли на новую комнату, давайте. Так. Так. Ой-ё. Никого нету. Да блин, чё ж сейчас спаунится-то? Там никого нету. Идите тушите, блин. Да ну ёпта! Вот опять такое начинается. Как ты зайдёшь? Здесь пожар. Давайте. Да блин, и сюда. Ну все вообще. Блин, лажи-то нет. Чё это пожар-то перекидывает? 5 секунд, блин, в комнате никого нет. Все сразу. Повсюду пожар. Тёлочка. Я как в жизни. Нормально. Ля, они у неё вообще не отбавляются. Или отбавляются, по сути. Не важно. Блин, ну вот чё вы так долго тушите, а? И там одна тёлка быстрее тушит, чем вы втроём. Чё вы за вафли? Ёпта, откуда я тебя взял? Кто ты? Блин, вот ненавижу, когда так включается. А, этого я взял. Надеюсь, никого. Да блин, вы чё за вафли? Там уже я это потушил, вы всё, блин. Чё у вас тут? Вы чё, блин, вы чё? Хрен, хватит. Давайте откроем чё-то. Фигня. 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 Ну ладно. Ух ты! Улучшенный гвоздемет. Слушайте, а вот это будет круто. Улучшенный гвоздемет я той тёлочке отдам. Вот, которая у нас обычно путешествует. Так. Так. Так, так, так. Да блин, уйди. О. Нормально. Вы там качаетесь у нас. Блин, когда они уже до конца качают? А ну-ка. Ёпта. 9 часов, 15 часов. Блин, ну вы еще не до конца. Вот чувак почти дошел. Да блин, иди мелкий. О, у тебя тоже нормально. Короче, как до конца не дойдут, я их это... Вот, пристрой куда-нибудь. Я вижу, у них так высокие уже показатели. Вот, нормально. Да блин, ну... Стыд. Вафли.
Так, давайте построим, что нам там открылось. У нас парикмахерская, кажется, да? Посмотрим, что это такое. И что она делает. Ну, блин, так долго. Назначайте жителей сюда, чтобы изменить их облик. Вообще фигня. Нахрен она нужна. Ну, давайте построим, конечно. О, она двойную клетку занимает. Прикольно. Ну, можно тогда вот сюда поставить, раз она двойную занимает. О, ну, в принципе, бесполезная хрень. Блин, я вообще, знаете, что думаю, что... О, кстати, вот тут еще у нас комната. Ну, ты тоже качаешься еще, да. Вот, я, знаете, что думаю? Нам нужно, короче, это, чтобы в каждой комнате хотя бы по одному человеку-то было. Вот, а то всякие тараканы появляются. И это не есть хорошо. Что у нас по квестам? Дайте посмотреть. Житель должен провести разведку в течение 10 часов. Блин, он же был. О, завести 5 новых друзей в пустоши. Бля, так можно? Ай, там вор. Блин, где вор-то? Я не знаю, я его не вижу. Где-то был, наверное. Ну ладно. Фиг с ним. Блин, чуиха. Ну-ка. Ружье тебе нужно получше выдать уже. Ты давай. Это. Как его? Где там наш... Ой, я пролистнул его. Вот он. Слушайте, вообще прикольно. Слышь, чувиха. С таким ружьем вообще, блин, должна всех сносить. А ну пошла. Работай дальше. На тебе вот эти 20. 20 ей выдам, не будет тебе 25. В прошлый раз у нас такая лажа произошла, как вы помните. И этих на тебе 20. Все, хватит с тебя. Сейчас я ее, блин, отправил, а потом у меня все эти. Потом эти кротокрысы, или как это. Короче, на меня напали и все подохли. Вот, ни одного стимулятора, ничего не было. Вот, в этот раз так не будет. Шли они нафиг с такими этими. Вот, что мы там еще нашли, какой-то этот. Бля, что у нас тут никого нету? А были же. Бля, куда делся? Ну ладно, не знаю, куда делся. Так, есть кто-то в перерыве? Наверное, как они убили? Что, все работают? Серьезно? Что, у нас нет бездельников? Бля, реально ни одного бездельника нет. Блин, знаете что? Нет, теперь сейчас тогда строгий копнут. Вот, вот тут вот мне не нравится. Нафиг они мне нужны? Тут одного чувака и хватит. Все равно я не сижу в игре. Вот, поэтому можно их куда-нибудь сюда отправить, где никого нету. И сюда. Еще чувак. Вот здесь никого нет, ну блин, тут. ЕЦ. В. Блин, фиговенько вообще. А чё у тебя такое счастье низкое? Чё? Чё не так? Так, у нас же костюмы приехали, ребята. Давайте выдавать. Вот, Б3, например. Кто еще без костюмов? Давайте вот так вот приблизим.
Так, ну эти вроде все в костюмах. Так, это тоже. Блин, ну, нечего слушать. Походу всем выдал все. А, ну я вот этим не выдавал. Который у нас тренируется. Им тоже можно дать. Тебе на S, да? Ну, допустим, такого можно выдать. Кстати, S. Швиха. Знаете, вот такой он получше будет. Я по секрету скажу. Это что? Он тоже SE, нафиг не. Там какой-то костюм, кажется, крутой приносили. Я не помню, на что он. Да блин. Всё, а, ну нормально, заводится на друзей там. Блин, опять во. Я не вижу ничего, мне, короче, солнце светит, а? Вот. Ну, короче, пофигу. Так, давайте вот этим всем, знаете, что повдаем. Мы там, кажется, лака нашли много. Да ну ёпта, ну чё всё закрывается, чё всё тупит? А, вот у нас на А есть плюс 4. Точно. И на С плюс 4. Вот. Ну я вот это хочу выдавать. С полезных, можно сказать, костюмов. Так, ну. Вот, всем вот таких выдадим. Пожалуй, у нас их много, кажется, нашла. Ну как много? 3 она, кажется, находила, да? Все, закончились. Так, теперь что это качает? Б. Ну вот так вот давайте наденем. Ты что качаешь? А. Есть что-нибудь слабенькое на А? Блин, ничего нету. Ну ладно, нахер военный этот. Так, у вас уже есть костюмы. Правильно? Ну чё я выбрал? Слышь ты? Ты кто такой вообще? Так, ружьё. Чё у нас там, П, да? П. Блин. Чё, нет что ли на П ничего? Как так получилось? Да ну блин, вот всё съезжает как-то. Не нажимается. Нет, нифига на П. Короче говоря. О, кстати, чувак. У тебя тоже нет костюма. Чуих, точнее. А ты С качаешь у нас. Блин, чё б тебе выдать такое? Блин, всё на С. С. Чё это у нас С? С у нас в избытке. Нафиг нам С. Блин, ну капец. Ладно, давайте назначение тогда выдавать. Хотя у нас там вроде... Давайте вот этот интеллектуальный костюм. Нормально будет. Вот. Блин, на П ничего нету, да? Так, ну давайте тогда какой-нибудь левый тоже выдадим. Какой-нибудь дурацкий. Вот, например, на Е. Где нам нафиг не надо? Во. Так, ну вроде бы у всех есть костюмы, да? Так, теперь давайте это менять.
Вот, у нас наверняка есть что-то не то. Да ну блин, здесь пахнет, опять, как у людей. Тушите свой пожар, блин. Ай! Вот у тебя лак. Нафиг тебе лак? Тут блина плюс 4 где-то я видел. Блин, нету что ли? Ну на тебе вот такой хотел. Блин, ау. Чё за... У тебя тоже лаг. Да блин, не оружие. Так, опять там вор. Фу. Это костюмы, которых только на мужиков делают. Надо надеть. Правильно? Правильно. Это что за хрень? Чё у тебя вообще за костюм? Пое. Нафиг типа это. На он тебе костюм. Блин. Ну, ну чё? Тупит сегодня бывал шелтер. Вообще тупит. Вообще тупой. Слышь ты, я тебе левый костюм взял, да? На тебе на П, чувак. Ты чё ты такой? Так, я чё? С3. С3 это хорошо, а С4 лучше. Ля, прикольно он стоит такой. Чё качаешь? С3 качаешь. И знаешь чё? У нас там лаг появился. Чё у нас С появился нормальный? Но я тебе дам лак. Фиг с тобой. Докачаешь до конца, короче, С. Вот. Угу. Так, ну вроде бы всем пораздавали, да? Все костюмы. Блин, вот так не хочется вот эти больше рашки. Надоело мне это делать. Вот, может я и парашу, но без записи. Вот, а что ты так долго все это делают? 5 минут, блин. Не хочется видео затягивать. Эти вот, блин, быстро двойные комнаты. Блин, может надо было всех двойные делать? Я вот так бы не нашел. Это лучше бы было. Вот, не знаю. Ну, смотри. Провал, конечно, да? Но... Сейчас посмотрим. Вот, смотрите. Блин, просто 5 сек. Все. Эти же, блин, полчаса тушат. Дайков. Или там отстреливаются. Так еще и умирать умудряются. Вообще, блин, какой-то трэш. Вот. Поэтому на записи я их не хочу рашить. Все долго ждать, пока они там. Вот, у нас, короче, осталось оружие, но у нас полно детей. Вот, поэтому мы им все это повдаем, когда они вырастут. Вот. Ладненько, ребята, я тогда на этом этот выпуск закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был психиатр.